Атрибутом гостеприимства крымских татар считается кофе. Как только гость переступает порог дома, на стол сразу же подается этот ароматный напиток. Будь кафе. Такие же виды. Супер. Ребята, третий этаж. Кровать, кондиционер. Камин. Телевизор. Декоративный камин. Я уверен, вам все понравится. Очень много национальностей проживало в Бахчисарае. Это караимы, греки, болгары, евреи, русские, крымские татары и так далее. И теперь самое главное об этих квартирах. Цены. Ребята, цены здесь очень приятные. Цена начинается от 1500 на сегодняшний день. Медресе, кстати, открыто, и мы видим, что над входом в медресе вот такая двойная цепь. Это у нас идут чебуреки классические с мясом. Ага. Обжариваются в масле, это идет янтер. Наподобие чебуреков, только готовится на свойского рода.